Имена муравленковских огнеборцев, погибших при исполнении служебного долга, внесли в книгу памяти МЧС России. Среди них Александр Шелудков, Сергей Мукалин и Сергей Тарасов. Издание представлено в онлайн-формате на сайте МЧС России. В интерактивный сборник вошли истории о ЧС и происшествиях. Описаны подвиги спасателей, в том числе жителей нашего города. Александр Шелудков и Сергей Мукалин погибли 30 лет назад во время пожара на нефтепромысле. Оба награждены орденами Красной Звезды посмертно. Сергей Тарасов отдал свою жизнь в 94-м, спасая людей из горящего общежития. А подвиги сослуживцев муравленковцы свято помнят и передают эту память из поколения в поколение. Отец еще, я еще когда был маленьким, мне рассказывал, когда он брал меня с собой в часть, это в 40-ую, в тот момент это была 79-я часть, как бы с самого детства знал уже об этих героях. И можно сказать, на основе этих, там хотелось тоже быть таким же героем и вот идти на пожарную часть.